1794 году испанец родом и адмирал русской службы Йосиф де Рибас заложил город и порт Одессу. Французы Ришелье и Лонжерон были первыми ее губернаторами. Швейцарец де Волан первым архитектором. По его планам, по планам итальянских и французских архитекторов, беглые крепостные, пришедшие в Одессу за вольной жизнью, построили на месте турецкой деревушки самый европейский из прежних русских городов. Они создали просторные, прямые как стрела улицы Одессы, ее романтические дома над обрывами, дворики с фонтанами, плющом и балконами. Солнце юга горит над зданиями, соединяющими гармонию линий с монументальностью. Несравненна планировка и перспектива улиц, обсаженных акациями и платанами. 130 лет тому назад и сегодня на площади десятилетия Красной Армии. Улица Лассаля, в прошлом Дерибасовская. Небо Венеции напоминает бывшая биржа, построенная архитектором Бернардацци. Городской партийный комитет. Научная библиотека. Многочисленные раны, нанесенные городу бывшими хозяевами и гражданской войной. Раны еще не залеченные. От спекулятивной буржуазии, от продавцов воздуха, завсегдатаев кафе Фанкони, мы получили разоренные окраины, бездорожье, сборище толкучки. Бандитизм свил родовое гнездо на Молдаванке
и прославил ее двусмысленной славой. В советские годы вода и зелень двинулись в рабочие районы. Выжженные пустыри стали садами. На месте молдаванских трущоб выросло много новых заводов, пионерский парк, водная станция. На месте свалки и пустырей Ланжерона создан парк культуры и отдыха. Одесса отдана молодости и науке. Она насчитывает два десятка высших учебных заведений. Среди них краснознаменный МИДИН, университет, институт инженера водного транспорта. Всей стране известны работы ее исследовательских учреждений. Опыты возвращения зрения заслуженного деятеля науки профессора Филатова. Парусник «Товарищ», плавучий университет Одесского мортехникума. В числе его подвигов кругосветное плавание. Комсомольское племя пересекает моря под романтическими парусами. В далеких походах узнает оно науку капитана. В 1907 году начало одесской промышленности. Не отличаясь излишней воинственностью, капитан построил фабрику пудры. За ней последовали два винно-водочных завода и фабрика сальных свечей. Характер второстепенного ширпотреба отличал дореволюционную промышленность Одессы. В наши годы, годы пятилеток, 120 тысяч индустриальных рабочих превращают Одессу в центр крупной социалистической промышленности. На новых, реконструированных заводах вырабатываются тракторные плуги и части, сельскохозяйственные машины, мощные подъемные краны, болтонарезные и сверлильные станки, возившиеся раньше из-за границы. Одесса – морские ворота советской страны. Порт мирового значения. Из Лондона, Владивостока, Сингапура приходят в Одессу корабли. Сотни тысяч пассажиров направляются отсюда в порты Черного и Средиземного морей. Thank you.
годы войны и блокады шумная и разноязычная жизнь порта замерла. Она возродилась под флагом Советов. С невиданной быстротой растет тоннаж и техническая оснащенность советского торгового флота. Растут отряды молодых советских моряков. В Одессе было погружено оборудование для текстильного комбината в Турции. Первый выход тяжелой нашей индустрии на международную арену. Регулярные рейсы связывают Одесский порт с Турцией, Италией, Марселем, Лондоном, странами Ближнего и Дальнего Востока. Гиганты-пароходы под флагами всех стран регулярно доставляют в Одессу, Южную Пальмиру Советского Союза, группы туристов. Здоровью. 150 тысяч трудящихся ежегодно заполняет приморские дворцы. Санаторий имени Кагановича, лиманы Куяльницкой и Хаджибеевской, Лермонтовский курорт, туберкулезный санаторий, санаторий имени Дзержинского, по разнообразию лечебных средств, по совершенству оборудования, одесские курорты занимают одно из первых мест Союза. Ребята, я предлагаю послать благодарность горсовету. Наша площадка самая лучшая. Правильно? Правильно, 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 правильно. В других странах этого нету, а только у нас в Советском Союзе. Мы хорошо проводим лето в пионерских лагерях и детских санаторий. Мы много гуляем, купаемся в море, играем в разные игры, спим на чистом воздухе и занимаемся физкультурой.
Правильно! 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 Вот и все! Жены детей, теперь новые песни гремят над столетними ступенями. Тихо спит Одесса, и бездыханной тепла немая ночь. Луна взошла, прозрачно легкая завеса объемлет небо, все молчит, лишь море черное шумит.